Итак, дорогие друзья, поезд Тбилиси-Батуми, скорый поезд, двухэтажный, готовится к отправлению. Вот. Видите, как он мягко и красиво взял старт. Пожелаем всем пассажирам счастливого пути и приятного отдыха у моря. Ну, а вот мы остались на вокзале. Сейчас тоже отправимся по нашим текущим делам. Вот, вижу, там еще приехал товарный поезд, заехал. Вот сейчас давайте пройдем немножечко вперед. Может быть, мы сможем захватить хвостик этого поезда. Естественно, поезд двигается быстрее меня, но, по всей видимости, он очень длинный. Длинный состав, и поэтому мы немножечко успеем его захватить. Ну, вот это передо мной старые вагоны, которые на Тбилисском вагоноремонтном заводе модифицировали и обновили. И до сих пор их эксплуатируют. Сейчас вот мы пройдем вперед и посмотрим, что происходит с тем товарником. Утром в Тбилиси было, когда вот мы выехали, 10 градусов. Ну а сейчас постепенно солнышко включается активно и становится жарче. Вот появился и наш знаменитый электровоз ТЭВС Тбилисского электровозостроительного завода. И вот этот товарный состав. Сейчас еще немножечко мы вперед вот так вот пройдем. Посмотрим. На картинку. Вот. Это электропоезд, который, может быть, в сторону Хашури направляется, может быть, в сторону Боржоми. Не знаю, нужно будет посмотреть на табло. Ну, а наш поезд Тбилиси-Батуми уже, наверное, движется в сторону, приближается к полустанку Дидубе, на котором он не останавливается и следует дальше. Сейчас вот солнце у нас в зените, поэтому не гарантирую, что все очень четко будет видно. Вот здесь виден еще один электровоз красный, тоже наш. Тбилисского электровозостроительного завода. И выпуск, и модификация. Недавно его обновили и покрасили. Такой вишневый цвет. Но он всегда такой у нас не мытый, не стиранный и не глаженный. Как видно, этот электропоезд тоже уже отправляется. Потому что машинисты находятся в кабине. Да, иначе бы его бы не подали бы уже. Карета подана. И далее, видно, по расписанию ничего в ближайшее время не ожидается, потому что людей уже нет. А вот перед отправкой скорого поезда Тбилиси-Батуми здесь всегда очень много людей, пассажиров. Я же говорю, билетов практически нет. Вот какие-то признаки жизни этот электровоз уже подает. Может, он уже и двинется скоро.
Посмотрим. Вот видите, здесь жизнь кипит. Все время что-то подъезжает. Подходит и отходит, вернее, да? Поезд подошел, но не подъехал. Поезда ходят. Туда не летают самолеты и не ходят даже поезда. Вот у нас и самолеты летают, и поезда ходят. Да, еще хочу вам сказать, что вот с приближением летнего сезона начинает курсировать экспресс Ереван-Батуми. Он будет граждан Армении вести к Черноморскому побережью Аджарии. Это Ереван-Тбилиси-Батуми. В принципе, поезд пользуется большим спросом и популярностью среди пассажиров. Хотел сказать, по привычке пользуется популярностью среди телезрителей. Ну, естественно, среди пассажиров все, наверное, телезрители, наши зрители. И граждане Армении очень любят отдыхать в Аджаре, в Батуми, в Кобулете. И это, естественно, замечательно. Сегодня 26 мая, День независимости Грузии. Буквально через пару часов на площади Свободы начнутся торжественные мероприятия, о которых я вам рассказывал и видео показывал. Вы смотрели это видео. А, вот Тбилиси-Зугдиди, это поезд, который отправляется. Вот сейчас диспетчер объявляет о том, что поезд Тбилиси-Зугдиди отправляется. Значит, это был поезд Тбилиси-Зугдиди. Жарко становится. Нужно будет учесть это. Наверное, придется сейчас в машине уже включить кондиционер. Вот сейчас у нас такие большие перепады, в принципе, температурные. Ночью вот было 11 градусов, сейчас скоро, наверное, будет 30. Ну, обычно всегда 26 мая, когда вот мы снимаем, или жара, или же дождь проливной. Ну, для съемок, естественно, чтобы дождя не было, это лучше. Вот здесь тень, здесь... А, еще Озургет я объявляю. Видите, сразу все поезда покидают. Перроны. А вот тут товарный поезд такой вот длиннющий. Вот он же... Мы же его видели. Его подвез наш электровоз, Тбилисского электровоза строительного завода. И вот там где-то в конце он заканчивается. Опять гудок знаменитый. Давайте посмотрим, что же будет, что покинет второй путь. Вот это у нас первый путь, и вот на втором пути стоит этот электропоезд. Очень интересно. Практически все уже должны были сесть. А давайте сейчас мы посмотрим на табло, и тогда мы все узнаем, что происходит, что куда. Ну, эта станция называется Тбилиси-Централь. Сейчас у нас на очереди... То или что? Вот, Тбилиси-Зугдиди. 8:30 отбывает. Потом Тбилиси-Кутаиси. Сейчас мы взглянем, который час. Вот, видимо, вот этот поезд Тбилиси-Зугдиди. А, вот он уже должен он уже... А, вот и отбывает этот поезд. Вот.
И ему пожелаем счастливого пути. Ну все, дорогие друзья, прощаюсь с вами до следующих видеороликов. Всех благодарю за внимание и всем хорошего дня.